Скажите представиться, Снежок. Я его подобрала, когда работала в лагере «Заря». Один из детей родителей мешками выбросили котят и кошек. Всех разобрали, и только один котенок остался. И я взяла его себе 25 августа 2017 года. Теперь он у нас вырос, интеллигентный, чистоплюй, милый. Очень безумно любит чистоту. Снежок милый, обаятельный. Но вредный. Что я могу сказать? Когда вы берете собак, кошек и других разных животных, диких в том числе, помните, берете вы их к себе в дом, вы отвечаете за них. 100 раз подумайте, а нужно ли вам животные, если вы хуже животных, не бережете и не окружаете вокруг себя этот мир, эту природу, эту красоту. И в том, что окружает нас животные, птицы, звери разные, хищные, домашние. Подумайте, не стоит выкидывать их. Берегите. Это часть вашей семьи. Может, стоит подумать, что именно они нам дают части своего счастья быть добрыми и искренними. Но если вы не способны любить, ценить, уважать, значит, вы не человек, и вы не животное. Вы существо, и ваша семья – существо. Рано или поздно когда-нибудь случится беда. Но в этом только можно винить только себя. Значит, вы зря живете в этом мире, в этой жизни, в этой среде, среди природы, животных. Если вы не цените, не любите, задумайтесь, зачем уничтожать, зачем брать животных и потом выкидывать, зачем издеваться. Не любите животных, не берите их.